День добрый. Сегодня 3 мая 2023 года. Будем заходить в Балдинини. Outlet La Rocca Village. Практически привезли всю новую коллекцию весна-лето 2023 года. То есть мокасины, сандалии, ну, одним словом, летнюю коллекцию. Пойдемте, все покажем, все расскажем. И сейчас идет акция. Пойдемте. Вот эта акция, минус 30%. Но у нас всегда есть персональная скидка в нашей компании 30% от цены аутлета. То есть от любой цены, да, на любой товар будет 30% скидка. Но сейчас, опять же, для компании посредников, байеров, акция при общей покупке 3 вещей будет скидка 35%. То есть от этой цены не 30, а 35%. Поэтому акция будет длиться неделю, поэтому нужно пользоваться возможностью купить с 30% скидкой. Начнем показывать тогда 35% скидкой. Общим планом это мужская часть, там женская. Начнем что? Женская? С мужской. Хорошо. Давайте, пойдем с мужской. Мокасины. В белом цвете, цены нет. Ну, узнаем вот здесь ценник. 229 евро. И от этой цены будет минус 35%. В черном цвете, с такой перфорацией, также 229 евро и минус 35%. Такая моделька, уже показывали, да, вот. 179 евро и минус 35%, кофейный цвет. Все это made in Italy, живые, пяточка. Модель, какой номер здесь у нас, 003, в трех цветах. Синий, такой шоколадный и кофейный. 179 евро и минус 35%. Здесь стелька вытаскивается, здесь тоже вставки из кожи, внутри все прошито. Тоже made in Italy. 179 евро. От цвета цена не меняется. Такая моделька. Стелька здесь не вытаскивается. Вот. Такой оливковый цвет. 199 евро. И минус 35% от этой цены. От этой модельки стелька снимается, вытаскивается. 199 евро. И минус 35% от этой цены. Не забывай, неделя. Эта акция будет длиться. 199 евро и минус 35%. Тоже made in Italy. Давайте вот так поставим, эти поближе. Очень мягкая зернистая кожа. Очень мягкая, очень нежная. С перфорацией. Тоже made in Italy, подошва. Ценник. Давайте ценника здесь нет. Но модель это 226. Видите, вот здесь тоже написано номер модели. Поэтому цена будет одинаковая, что здесь, что там. 209 евро и минус 35%. Та же самая модель, 226. Да, здесь тоже написано 226 модель. Это идет замша, это идет мягкая кожа. И в белом цвете кожа, это кожа, не замша. 209 евро и минус 35%. То есть все вот эти три цвета, 209 евро и минус 35%. Так, вот эту еще не показали. Такие мокасинчики 229 евро и минус 35%. Стелька здесь не вытаскивается. Made in Italy, натуральная кожа. В белом цвете такая же цена будет однозначно 229 евро и минус 35%. И в замше 229 евро и минус 35%. Сандали вот здесь. А, еще вот эту модельку. Вообще летний вариант. Две модельки. Модель 016, 189 евро. Стелька вытаскивается. Здесь тоже все прошито, не приклеено. Прошито, стелька кожаная. Очень легкий. Чистый
чисто такой летний вариант. 189 евро и минус 35%. Буквально неделя эта акция будет. Потом будет только максимум минус 30%. Это модель 038, 199 евро и минус 35%. Тоже стелька вытаскивается. Здесь все прошито. Мужские сандали летние. Все натуральная кожа. Made in Italy. В черном цвете. 179 евро и минус 35% от этой цены. Стелька тоже такая кожаная. 179 евро, минус 35%. Такие две модельки. Ну, как называется там, римские сандали. 169 евро и минус 35%. Тоже. Made in Italy. Здесь моделька 169 евро. Такую не показывали еще ни разу. 603. Это не в Италии, сделано в Испании, кстати. Made in Spain. 169 евро и минус 35%. Здесь модель в двух цветах, в черном и в синем цвете. 169, тоже сделано в Испании. Это все кожа. Подошва здесь идет другая. Поэтому сделано в Испании, а не в Италии. Ну, по мне, вот так вот эти интереснее намного. Вот эти модельки намного интереснее. Хотя цена практически одна и та же. Так, на рюкзаки также будет скидка минус 35%. То есть такой рюкзачок 219 евро и минус 35%. Здесь нейлон и ставки из кожи. Общим планом этот стенд. Общим планом. Давайте пойдем. Кроссовки летние. 199 евро. И минус 35%. Текстиль, замша, кожа. Стелька съемная. Должна быть. Да, стелька вытаскивается, легко вытаскивается. 199 евро и минус 35%. Тоже новая моделька, 402, 199 евро. Ценник показываем. Нейлон, замша, кожа. Натуральная кожа. 199 евро. Такие кроссовки. Типа дороже. Ценник 229 евро. И минус 35%. Здесь замша, здесь кожа. Черная пятка, здесь серая. Одна и та же самая модель. 229 евро и минус 35%. Тоже в двух цветах. Модель 890. 229 евро и минус 35%. Тоже модель в двух цветах. Давайте узнаем номер модели. 400, 199 евро. И минус 35%. Кстати, эти очень легкие кроссовки. Легче, чем предыдущие были. Летний вариантик. Вот эти классические модели. Эти черные. Ой, это темно-синий и белый цвет. То есть из года в год. Текстиль, замша, кожа. Все как обычно, все по классике. 219 евро. И минус 35%. Стелька натуральная кожа. Тоже легко снимается, вытаскивается. Кожа, подклад кожа. Подошва синтетика. Подошва синтетика. Made in Italy. В синем и в белом цвете. Повторюсь, 219 евро и минус 35%. Такая модель. 229 евро, модель 431.
Ну и минус 35%. И также в черном цвете, кстати. Та же самая модель. 229 евро и минус 35%. Тоже очень легкий, кстати, вот такая модель. Тоже даже на осень пойдет. Кожа натуральная, 199 евро. И минус 35%. Такие кеды. И минус 35%, не забываем. Такие осенние, скажем так. Видно всем? По цене 249 евро. 249, модель 430. 249 евро и минус 35%. Стелька тоже кожаная. Легко вынимается. Давайте сверху пойдем. 229 евро и минус 35%. Отсвечивает, да, ниточка? Ну и в белом цвете серые вставки, замши. Модель 424. Тоже в двух цветах, черный и белый. 229 евро. И минус, минус 35%. Так, вот это не показывали еще. 199 евро. Текстиль, кожа, замша. 199 евро и минус 35%. Волденение. Натуральная кожа. В белом цвете модель 811, 209 евро. И минус 35%. Ну, опять же, повторюсь, недели это будет акция. Одинаковая модель. Белая подошва, темно-синяя подошва. Давайте вот. Цена будет одинаковая, 179 евро, кстати, и минус 35%. Стелька здесь не вытаскивается. Оливковый цвет, темно-синий цвет, модель 801. Цена 199 евро и минус 35%. Все это натуральная кожа. Здесь у нас 199 евро. Здесь так идет так вот, перфорация. Сделано в Португалии, написано. Эта моделька сделана в Португалии. Такая модель. Тоже из года в год идет такая небольшая модификация. Популярная модель. 199 евро. И минус 35%. Здесь замша. Здесь кожа с перфорацией. Пятка тоже кожа. И в синем цвете. Новая эмблемка. Сменили они логотип надписи. Так, а какую модель еще не показывали? Здесь облегченная подошва. Очень легкие. 229 евро. Made in Italy. Стелька вытаскивается. Да, стелька вытаскивается. Made in Italy. Легкие. Так, вот эту модель. Кеды. Made in Italy. Стелька вытаскивается. Тоже кожаная. Все здесь кожа. Ну, классические кеды Кибалдини. Так, ценника здесь нет. Давайте здесь посмотрим ценник. А вот он ценник, смотрите. 199 евро. Видно всем? Модель 421. 199 евро и минус 35%. Так, вот
такая моделька тоже. Видите, они похожи, да, то есть что-то добавляется. Здесь дизайн чуть другой. 229 евро. Стелька вот вытаскивается. 229 евро, модель 429. 229 и минус 35%. И такие же кеды, только высокие. Тоже Made in Italy. По цене. Давайте ценник. Ага, ценник нет. Ценник оторвали. Ценника нет. Ну, я думаю, ну, евро на 20 будет подороже. В черном цвете и в таком цвете слоновой кассеты, не белый, потому что разница есть в цветах, видите, это более такой молочный цвет. Цена 239 евро. 239 евро, если видно, 239 евро и минус 35%. В черном цвете такая же будет цена, ну, должна быть, ценника нет. У кого какие-то вопросы будут, пожалуйста, все пишите на WhatsApp. Плюс 34-633-644-944. Замерим стельку, подберем. Такие кеды. 199 евро. Облещенная подошва. Та же самая модель с оранжевыми вставками, с кирпичными. И с темным синим в белом цвете. 199 евро и минус 35%. Так. И вот здесь моделька. Получается все по одной цене. В трех цветах. 229 евро. Модель 416. Здесь коричневый цвет, здесь синий. С серыми вставками и полностью черный. Замша, кожа. 229 евро и минус 35%. 249 евро. Тоже подошва облегченная, очень легкие. Очень легкие. Сделаны в Италии, кстати. Подклад тоже кожа. И минус 35% скидка. Это же самая модель. Только в другой расцветке. Ценника нет, видите. Отодрали. Подогрели. Ну, примерно та же самая цена и будет. Здесь модель 419, 249 евро и минус 35%. В синем и в белом цвете. И тоже в синем, таком насыщенно синим, скажем так, синий. И в белом цвете цена 229 евро и минус 35% будет в ближайшую неделю. Сумки эти я уже рекламировал. У меня у самого такая сумка. Снова привезли, появились продажи. Мы 3 заказали, у нас есть даже в наличии 3 штуки. Получается 169 евро и также должно быть даже минус 35% скидка. Сумки в предыдущем видеообзоре все мы показывали, можете посмотреть. Пойдемте женские коллекции покажем теперь уж. Ну, начнем с этого стенда, давайте. 199 евро. Мягкая зернистая кожа. 199 евро и минус 35%. Тоже 199 евро. Отличается от предыдущей модели с вот с такой металлической вставочкой. Цвет фуксия и белый цвет. 199 евро также и минус 35%. Тоже легкий, очень-очень мягкая кожа. Made in Italy, даже подошва здесь идет кожаная. Вот видите. То есть даже подошва кожаная. Made in Italy. Натуральная кожа. Все написано по-итальянски также.
Здесь такие сандалии. Здесь только кожа показана. Это все синтетика почему-то показано. Подошва кожи странная. 199 евро. И минус 30%, 35%. Забываю. Стандартная 30% скидка у нас. Но сейчас акция минус 35%. Вот это синтетика, это не кожа. Вот эти две модели. По 199 евро. И минус 35%. И в таком золотом цвете. Но это все синтетика. По цене 239 евро. Вот ценник. 239 евро и минус 35%. Сделано в Индии. Тоже в двух цветах. Белый и фуксия. Здесь такие туфельки. 199 евро. Все натуральная кожа, даже подошва. 199 евро лакированная кожа. И минус 35% будет скидка. Тоже 199 евро. И минус 35%. Такие кроссовки. Все это женская коллекция пошла. 219 евро. И минус 35%. И в черном также. Такая разноцветная модель. 219 евро. И минус 35%. Здесь моделька с камешками, с такими. 199 евро. Белый, фуксия, розовый фуксия и черный цвет. Не забываем, от этой цены будет 35% скидки в ближайшую неделю. 199 евро. Здесь идет вставки из текстиля. 199 евро. Такой синий электрик цвет. И розовый фуксия. 199 евро и минус 35%. Такие мюли. Мягчайшая кожа, цвет из новой коллекции. 199 евро. И минус 35%. Тоже все натуральная кожа, даже подошва. Цвет это вот из новой коллекции. И сумочки тоже, вы видите. Сумки 169 евро. Цвета этого года. Такая моделька. Тоже очень легкие. Очень легкие. Гнутся, мнутся. 229 евро и минус 20. Всего 25. Минус 35% скидка. Все натуральная кожа, даже подошва. Повторюсь, очень мягкая, зернистая кожа. Очень приятная. Такие лоферы. В четырех расцветках. Черный, фиолетовый, серо-голубой такой и слоновой кости. 229 евро. Лакированная кожа 229 евро и минус 35%. Made in Italy. Поставим, как было. Такие босоножки. Ценника нет, к сожалению. Бесценные. Все натуральная кожа. Она 229 евро. И минус 35% в белом и в черном цвете. Тоже Made in Italy, натуральная кожа. Даже подошва. Не забываем, 35% скидка будет длиться неделю. Здесь ценника нет. У этой модели ценника, к сожалению, нет. Кому надо будет, все вопросы пишите на WhatsApp. И всем уточним, сделаем фотографии. Идем дальше. Кому нужны сумки, общим планом сейчас покажем.
делайте скриншот, присылайте фотографии на WhatsApp, уточним по цене, сделаем дополнительные фотографии. Такая моделька. Все натуральная кожа. Даже подошва. Мягкая, зернистая кожа. Очень мягкая. Вставки. Металлические. Оранжевый такой цвет. Летний вообще вариант. По цене. Ценников нет. Ценника нет. Уточним. Посмотрим дальше. €209. И минус 35%. Тоже все натуральная кожа. Made in Italy. В черном, в коричневом и в цвет слоновой кости. €209. И минус, повторюсь, 35% эту неделю. Казаки. €289. И минус 35%. В красном. В коричневом цвете. И вот высокие такие казаки. Посмотрим, сколько они стоят. 309. Ну, здесь тоже подошва натуральная кожа. В черном цвете. Также €309. Такие лоферы €219. Это идет текстиль, вставки из кожи. И минус 35%. €199. И минус 35%. Подошва здесь не кожа. €199. И минус 35%. Вот эти ботиночки заказывали до этого, год назад, два года назад. В других цветах все были в восторге. Мягчайшая кожа, повторюсь, очень мягкая. Садятся по ноге. Еще бы ценник был бы, вообще было бы замечательно. Цены нет. Все натуральная кожа. Ну, очень классный. Повторюсь, очень многие заказывали. Все были безумно довольны. Цена, я думаю, где-то 200 с лишним евро. Ну и минус 35%. Хотя эти €199. Сейчас мы уточним. И та же самая модель, только вся в замше. Все натуральная кожа. Джордже, сколько коста есть модель? €199. Не хочешь показывать ценник. €199. Видно? И минус 35%. Сейчас уточним в белом цвете. Я думаю, тоже может быть, да, кстати. €200 и минус 35%. Такие сандали. Очень легкие. Все натуральная кожа. €199. Здесь на липучке. По ноге регулируется. В черном и в коричневом цвете. €199. Такие плетенки. И минус 35%. Это из кожи, это из замши. €229. Из кожи €219. И минус 35%. То есть замша стоит чуть подороже. Все натуральная кожа, даже подошва. Made in Italy. Очень легкий. €189. Такие лоферы. Здесь вставка из кожи. Это джинса. Здесь даже вот на ценнике написано джинс. Пятка. Вставка из кожи. €189 и минус 35%. Все натуральная кожа. Где есть вставки, да? Такая модель. €199.
и минус 35%. Тоже очень-очень легкие. 199 евро. Quanto? 199 евро в белом цвете. 199. Muchísimas gracias. 199 евро и минус 35%. Рекомендую. Эти показали, эти тоже показываем. 239 евро. И замши тоже 239 евро. И минус 35%. В общем, планом здесь покажем. Такие тоже. 229 евро. Очень легкие. Вообще невесомые. Все натуральная кожа. Здесь идет замша. По цене 229 евро и минус 35% эту неделю будет это. Также будет 229 евро в этом цвете. В бирюзовом цвете. €199. €199 в двух цветах. Это моделька. €229 на каблучке. На таком, на невысоком. €229. И здесь. А здесь цены нет. Такие давайте еще не показали сандали. Да, а вот цены. 229 евро. И минус 35%. В двух цветах черный и такой коричневый цвет. Мокасинчики. Давайте вот мокасины покажем. В трех цветах 179 евро. Причем, смотрите, фукси цена показана 169 евро. И минус 35% будет от этой цены. В оранжевом чему-то 179 евро. Не знаю, в чем разница. И в таком коричневом цвете, в светло-коричневом, 169 евро. Мне кажется, все-таки они должны все быть 169 евро. Очень легкие. Идем дальше. На кошельки, на ремни также будет скидка минус 35%. Ремни там 79 евро, 69 евро. Ну, в основном 79 евро. А нет, 69 евро тоже есть. Допустим, вот такой 69 евро. Вот ценник. 69 евро в черном цвете. 79. Идем дальше же по женской. По женским моделям. Общим планом. Давайте вот такую модельку. Тоже лоферы. Мягчайшая кожа. Зернистая. Подклад кожи. Даже подошву натуральная кожа. 199 евро и минус 30%. Очень легкие. Мнутся, гнутся. Очень классная моделька. Здесь кожа идет такая лакированная. По цене 199 евро. Все натуральная кожа, даже подошва. Видите, такой еще каблучок. 219 вот эта моделька. 219 евро и минус 35%. Повторюсь, только неделя будет идти эта акция. Поэтому, если кто-то хочет заказать по этим ценам,
Не откладывайте. 229 евро. И минус 35%. Такие ботиночки по 279 евро. Видно ценник? 279 евро и минус 35%. Давайте вот эту модельку еще покажем более подробно. 239 евро. И минус 35%. В белом, в черном, Made in Italy. Здесь кожа чуть погрубее. Здесь намного мягче кожа. По цене 199 евро. И минус 35%. Давайте вот такие еще лоферы покажем. Это идет лакированная кожа. 199 евро. Все натуральная кожа. И минус 35%. Есть в черном цвете. 199 евро. И вот таких комбинированном цвете. Ну, цена будет такая же. Да, 199 евро. Все натуральная кожа. Такие давайте еще вот покажем. 199 евро. И минус 35%. Такие есть мокасины. 199 евро. В таком изумрудном цвете. Причем стелька здесь вытаскивается в этой модельке. Все здесь прошито. Видите? Все прошито. Очень мягкие. Стелька натуральной кожи. И в таком цвет таупы, да, по-немецки. Серо-бежевом цвете. Тоже 199 евро будет и минус 35%. Невесомые. Такие кроссовки. 239 евро и минус 35%. Такие кроссовочки по цене 299 евро. Да, 299 евро. Сначала думал, ошибся. Нет, 299 евро. И минус 35%. Здесь это все просвечивает. Такой летний вариант. Сеточка такая. И здесь полностью кожаные 249 евро. Золотой цвет. 249 евро и минус 35%. Что еще показать? Давайте такую модельку. Ценника нет. Сейчас посмотрим в другом цвете, в белом. Тоже здесь летний такой вариант. Сетка идет. 199 евро. И минус 35%. 229 евро. И минус 35%. Высокая подошва. Вот эта модель в трех цветах. 239 евро. И минус 35%. Хоть и подошва высокая, такая платформа, но легкая, облегченная. Вот эта модель в трех цветах. 7 ставки из камешки, стразики,
209 евро и минус 35% в черном цвете, и в белом, и в бежевом цвете. Такая модель. 239 евро. Тоже это все здесь плетенка идет. 229 евро. Летний такой вариант. Очень легкий. И минус 35%. Такие сандали. Все в стразиках. Все на липучках здесь. 199 евро. И минус 35%. €199 тоже. И минус 35%. 239 евро. Это модель. Так красиво блестит. Мягкая зернистая кожа в белом и в бежевом цвете. 229 евро и минус 35%. Здесь тоже, видите, как бы в виде капелек. Это все женские модели, если еще идем, показываем. 239 евро. Кроссовки. 229 евро. Тоже натуральная кожа. И освещение здесь, конечно, беда с освещением, но... Тут такие тяжелые. Здесь подошва такая тяжеленькая. 219 евро. И здесь тоже 219 евро. Здесь под серебро, здесь под золото все это. Давайте, вот эти легкие кеды. 269 евро. И минус 35%. 259 евро. Ну и пойдемте покажем мужскую еще коллекцию. На кошельки, на портмоне тоже будет скидка минус 35%. Ну, должна быть. То есть вот такой мужской портмоне 59 евро, допустим. Все это натуральная кожа. Модель в черном цвете. Ценника. Ценника нет, но если не ошибаюсь, они по 69 евро были. Такая модель по 79 евро и минус 35%. Женские кошельки, например, такой красный кирпичный цвет для понимания цен. Угу. А нет, есть ценник. 99 евро и минус 35%. Выйдет там 65 евро. И вот этот стенд мужских кроссовок. Давайте быстро пройдемся по ним. Все натуральная кожа, Made in Italy. Это идет замша, синий цвет. Ценник вот 199 евро. И минус 35% в таком сером цвете. Кроссовки. Замшевый, 199 евро и минус 35%. В синем цвете вот такие вставки. Полностью натуральная кожа, стелька съемная. Стелька съемная.
199 евро. И минус 35%. Тоже модель в двух цветах. 199 евро. Мягкая кожа, причем, повторюсь, по ноге сядут отлично. Если кому-то надо, стельку замерим, подберем. Такая модель. 239 евро. И минус 35%. €199 в синем и в коричневом цвете. Не забываем, скидка неделя. Минус 35%. €199 вот такая модель. Минус 35% от этой цены. €229. Минус 35% от этой цены. Тоже натуральная кожа. Made in Italy. По ценнику. Ценника нет, цены нет. Без цены. Нет цены. Кому надо, будет уточним. Только привезли их, еще не везде проставили цены. 219 евро. Тоже натуральная кожа, облегченная подошва. Мужские лоферы. Ценник. А, ценник есть, вот здесь есть ценник. 219 евро. Видно всем? 212 евро и минус 35%. Ну, в общем, планом. Давайте снимем, чтобы... Кому надо, делайте скриншот. Например, такая моделька. 269 евро и минус 35%. Кожа и замши. Ценника нет. Ценника нет, к сожалению. Давайте вот такие... 229 евро дезерты и минус 35% недели это акция. Внутри здесь идет подклад текстиль, осенний-весенний вариант. 199 евро и минус 35% на этой неделе. И здесь классические туфли, мокасинчики. Общим планом сейчас покажем красивые модели. Давайте вот с этой начнем. Все натуральная кожа, даже подошва. Классика, 199 евро. И минус 35%. Кожа мягкая, не грубая здесь. Также в темно-синем цвете та же самая модель. 199 евро и минус 35%. Очень мягкий. 199 евро. Так. 199 евро в черном, в синем и в коричневом цвете. 199 евро, не забываем, и минус 35%. Все натуральная кожа. Моделька такая из зернистой кожи. 199 евро. И минус 35% в ближайшую неделю. 199 евро. Замша и минус 35%. Такой летний вариант. Туфель 239 евро. Мягчайшая кожа, здесь идет перфорация. То есть такой летний вариант, повторюсь, но очень мягкая кожа. 239 евро и минус 35%. Такая модель 229 евро.
тоже как в черном цвете, в темно-синем есть. Вот эти две модельки 239 евро. Вот и вот. €199. И минус 35%. В темно-синем и в черном цвете. Все это натуральная кожа и сделано в Италии. Вот такая еще моделька в трех цветах. €199. Темно-синий, коричневый. Коньячный цвет, даже так, наверное. И черный. Не знаю, как свет передает, нет? Камера. Освещение здесь, конечно, оставляет желать лучшего. €199. И минус 35%, не забываем, эту неделю. И вот такая моделька. Без шнурков, Made in Italy. Так, в черном цвете цены нет. 229 евро. И минус 35%. Это темно-синий цвет. И черный цвет это получается. Это же модель, но только на шнурках. Все то же самое, но только на шнурках. Цена такая же, 229 евро. И минус 35%. Ну, в принципе, все. Показали все, что могли, показали. Будут вопросы, пожалуйста, все пишите на WhatsApp. Плюс 34-633-644-944. Присоединяемся к нашему телеграм-каналу. Там в режиме онлайн выставляем все товары. Все актуальные акции в режиме онлайн. Ссылка на телеграм-канал будет под описанием видео. Ставим лайки и до новых видеообзоров. До свидания.